Всем привет! Приветствую вас на канале ТВ Распаковки. Сегодня будет обзор Powerbank от компании Xiaomi Redmi Powerbank на 10 000 мА. Я его заказал на сайте AliExpress, поэтому я его распакую и посмотрим, что это за аппарат. Так что поехали! Заказывал я этот Powerbank с помощью системы кэшбэк-сервиса Letyshops. Letyshops предлагает много скидок, кэшбэк, который возвращается вам обратно на карточку. Ну, кроме того, что есть кэшбэк на много разных магазинов, есть еще одна очень полезная функция. Есть такая функция, что найти товар. Вот мы в поиске пишем «Найти товар Xiaomi Redmi Powerbank» и нажимаем «Поиск». И этот сервис ищет и подбирает товары, где они самые дешевые и где вы самый больше всего получите кэшбэка. Вот посмотрите, вот такие магазины, разные цены. Вот видите, AliExpress, кэшбэк такой-то. И вот другие магазины, там цена чуть-чуть другая побольше, но кэшбэк такой. И вот подбираете, где самая дешевая цена, самый больший кэшбэк. И заказываете себе товар, где вам удобно, где более дешевый товар. Так что советую этот Letyshops, он вам подберет магазины, найдет самую дешевую цену, и вы закажете это очень удобно и очень полезно. Так что вот советую вам этот сервис, ссылочка на Letyshops будет внизу, регистрируйтесь, получите еще от меня 50 гривен на бонусный счет, и кто зарегистрируется по этой ссылочке и сделает покупку в каком-нибудь магазине Letyshops. Так что переходите вниз, смотрите, выбирайте магазины, выбирайте товары, получайте свой кэшбэк, это очень-очень хорошо и полезно. Ну а мы сейчас посмотрим на данный Powerbank. Вот Powerbank пришел в такой синей коробочке. Шел он с AliExpress, пришел, как на удивление, очень быстро, где-то за недельку. Очень такой он компактный Powerbank, похож как бы на телефон. Видите, вот здесь такая лицензия подтверждает, что товар оригинал. Здесь описание сам характеристик Powerbank, 10 000 мА, два выхода USB по 10 Вт, входы для зарядки Type-C и microUSB. Ну, сейчас мы на это все посмотрим, сейчас я вам все покажу. Пришел он в такой коробочке. Внутри, как всегда, есть инструкция. Вот видите логотип компании Xiaomi. Инструкция, конечно, вся на китайском языке. Чтобы было нам удобно почитать и переводить, ничего не надо, так что вы все разберетесь, поймете. Здесь что-то пописано о лицензии, что показывает, вот такая на коробке должна быть подтверждающая оригинальность данного Powerbank, потому что в наше время очень много копий Xiaomi, но они не такие качественные, как оригинал. Заказывал я его на сайте AliExpress, продавец очень проверенный, хороший, всегда через ссылают качественный товар, так что перейдете по ссылочке, если кого заинтересует данный товар, можете купить в этого продавца, которого я рекомендую. Вот посмотрите, вот эти два USB выхода, которым можно подключать телефон и заряжать, выход microUSB и Type-C. Выходы все на 10 Вт, ну это вполне достаточно для зарядки телефона. Вот включаем кнопочку, такие лампочки, когда Powerbank полностью зарядится, лампочки полностью должны быть белые. Он как раз под размер телефона, очень удобно с собой брать, если вам не хватает заряда на день или на два, можно использовать этот Powerbank, с собой постоянно носить, сюда наложить телефон и... Очень хорошая, полезная штучка. Так что переходите по ссылочке, кого интересно, заказывайте. Ну и вот такое у меня сегодня было коротенькое видео. Ну и всем спасибо за просмотр. Поставьте пальчики вверх, подпишитесь на канал и до новых встреч.